Сегодня, 3 августа, около 5 утра, на 161-м километре автодороги Москва-Санкт-Петербург, водитель, управляя автомобилем Toyota, двигаясь в направлении города Москвы, по неустановленной причине, на правой крайней полосе, на передвижении на город Москва, совершил столкновение с двигающим в попутном направлении автомобилем «Газель». В результате ДТП двое несовершеннолетних, находящихся в автомобиле Toyota, погибли. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.